Межвузовский военный учебный центр появится в Хабаровском крае. Военные специальности студенты местных университетов получат на базе ДВГУПС. Подробности в следующем сюжете. Выполнение упражнения номер 8. Стрельба по неподвижной цели днем. Будущих военных со студенчества в Хабаровске готовят только в ДВГУПС. Военный учебный центр при Университете путей сообщения в этом году отметил 82-летие. Многие абитуриенты выбирают вуз из-за возможности обучения в этом центре. Если кто-то хочет связать свою судьбу дальнейшую с вооруженными силами Российской Федерации, здесь не нужно проходить службу по призыву, он поступает сюда и может уже после обучения в военном учебном центре поступить на военную службу по контракту сразу же. Студенты ДВГУПС, начиная со второго курса, проходят обучение в военном центре. Длительность учебы зависит от специальности. На занятиях отрабатываются теоретические вопросы. На старших курсах приступают к практике. Изучаем уставы, занимаемся строевой подготовкой, изучаем военную политику страны, ну и общие вопросы. Склад вооруженных сил, строительство вооруженных сил. Это перекликается с нашей основной образовательной программой, то есть по гражданской специальности. Ну и получается, все закрепляется еще и военным режимом вот этим. Качество военной подготовки студентов ДВГУПС в этом году проверила комиссия Министерства обороны России. Организация повседневной деятельности военного учебного центра при ДВГУПС оценена положительно, что позволяет реализовать качественную военную подготовку граждан, воспитать всестороннюю развитую личность, обладающую качествами гражданина-патриота и надежного защитника, соответствующим отношениям к воинскому долгу. Комиссия Минобороны совместно с руководством центра предложили на базе ДВГУПС создать межвузовский военный учебный центр. В нем смогут обучаться боевым навыкам студенты всех вузов Хабаровска. Этот вопрос находится на контроле Министерства обороны России. Игорь Сукачев, Николай Трохин, Смотри Хабаровск.